Дай мне алерты. Пожалуйста, спасибо. Всякий случай. Вдруг. Кто где? Так, мы на чем остановились? Двор танцев какой-то. Вроде как, да? Ну да. Двор танцев какой-то. Поехали. Как у вас дела? Так, надо сразу переодеться во что-нибудь. Да, будем просто костюм убирать и менять какой-нибудь головной убор или типа того. Нет, зубы оставь. Зубы норм. Платьюшко убери. Где платьюшко? Платьюшко, ты где? Платьюшко? Вот. Так. Пускай будет Человек-паук. С лицом. Блин, ну, чё? Спайдер-кися. Спайдер-кися. Вот так, нормально. Спайдер-кися. Куда идем? Сразу куча костюмов. А чё с костюмом-то? Какая-то Индия, походу. Ладно. Привет, я хозяин этой лавки. Смотри, это последнее творение великого мага. Где ты же Жикот? Возьми его себе, если сможешь туда забраться. Так, ну ладно, ок. Мы как бы за ним, наверное, и пришли. Ой-ой-ой. Мяу, мяу, мяу. 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 Подвинь его. Вот, по нему залезем. Да ну, чё ты не залезаешь по нему, алё. Мяу. Кот, не валяшка нахрен. Во, вот так, вот так. Тихо, тихо, тихо. Мяу. Эть. Так, это чего? Это как взять? Дай возьму. Дай возьму. Не хочет. Наверное, это надо что-то... Стикер прилепить какой-нибудь. Так, это что? Ого. Лестничка. Я не знаю, зачем эти сферы. Может, было бы их на что-то тратить? Ладно бы еще. Прыгни на меня, чтобы попасть во дворец танцев. Во двор танцев. Пройди мимо танцоров и найди богиню. Она укажет тебе путь. Окей. Ой! А что налево? Опа, ништяки какие-то. Хорошо. Я вот зачем это сделал сейчас? А подождать, нет? Зачем ждать? Можно просто в лаву прыгнуть. Не, я просто думал, это веревка какая-то, может, за нее схватиться надо было. Ох, ядрить, куда ты? Да. Че, сфера по кругу исчезает, что ли? Ну, вот так нормально. Хорошо. Ну, да, она типа полная. Ебать! И вот я сейчас помер. Да, кусок сферы исчезает, ядрить. Ой, как это работает. Воруй. Привет, пёрст. Чё ты делаешь? Дурачок. Подождать нельзя, что ли, ну?
Ядрить, ядрить, ядрить! Что у них какие-то тут очень страшные танцы, блять, кругом огонь. Опа! Моё. Подожди. Ух, мать, чуть не упал. Так, ок, ладно. Недолет. Хоба! Нормас. Эй, змеюка! Змеюка, отвези меня! Ядрить. Давай, вверх, 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 вверх! Вверх! Вверх хочу. Во, нормально. Не знаю, что это, заберу. Я думал, все. Так, что, за нишу надо хвататься? Схватись! Ладно, не буду. Чё это? Воруй. Не знаю, чё это воруй. Просто воруй. Все воруй. Шестеренки какие-то непонятные. Так. Ну что, в межножье идем? Так, тихо. Так, спокойно. Терпение. Да ну куда ж ты? А что, здесь можно было подняться? Да ну, пожалуйста, наверх! 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 Ой! Нормально. Так, что-то чемпионат какой-то непонятный. А нормально можно это самое, во. Как я должен был успеть? Не совсем ясно. Да ну. Ай-яй-яй. Ай! Ну ладно, чекпоинт был. Хорошо. Ага, угу. Тихо. Бля, чтобы они взрывались потише, а то не видно ни хера. Окей. Ой, блядь, куда ты? Ой, бля! Не надо! Не надо! Бля, дурак. Все из-за того, что спешишь! Я не понимаю, как там проехать нужно. Что-то непонятное. Оно меня дамажит вообще? Потому что я что-то зря паникую. Здесь. А, ну я зря паникую, да? Так, а как мне? Это тоже меня не тронет. Да лол. Что это? Что это?
Шо это страшное? У, не надо падать. Так, огненная змея. А, блядь! А как я... Да ну нихуя! Это нечестно, как бы. Блять, серьезно? И последняя жизнь! Конечно, ебаный стыд! Конечно! Пошла нахуй! Мы только начали, что началось-то, блядь? Мне весь уровень заново теперь хуячит. Пиздец, они игры. Меня что-то сегодня, блядь, от игр бомбит, блядь. Я сел Bloodborne играть. Хотел ачивки попробовать поделать, блядь. Почему на стриме все нормально получается, блядь, а без стрима какая-то хуета просто полная. Я никого убить не могу. И меня что-то сегодня прям вообще припекает от всего. Так я отдохнул. Поспал, отдохнул. Что это было? Что вот это сейчас было? Куда ты отвалился? Пиздец, ну какая-то. Ну и куда тебя несет? Ты тут с улицы стучится? Или что это? Меня просто припекло, что босс, на котором я вообще, ну, я его с первого раза прошел. И я его не могу пройти тупо. Вот нормально, Коня? Не могу пройти босса, тупо которого с первой попытки убил. И мы сегодня с ним возились минут... Блять, прыгни нормально! Пожалуйста. Часа два, наверное. Просто с боссом дрался. Тупо из-за того, что не понимаю, что от меня игра хочет. Он просто любой атакой мне сносит пол хп. Любой. А он делает не одну атаку, он всегда делает по несколько. Ну это хер ли я должен в такой ситуации делать? Надеяться на лучшее только. Так и было. Сидел два часа, надеялся на лучшее. Здорово было. Пару раз джойстик швырнул. Один раз даже в монитор. Можно как-то убавить эти взрывы? Я из-за них реально не вижу ни черта.
Че я помню? Змея. Ссаная змея. Ладно, я его еще... Я его победил. Вот, дальше был вообще пиздец полный. Окей. Че надо-то? Великий маг хочет, чтобы ты показал пример щедрости другим игрокам Little Big Planet. Его дворец находится за храмом слона. Чего? Передай своему богу там, вот этому вот, чтобы он шел куда подальше. Буду я что-то тут с кем-то делиться? Нет! Кися! Храм слона. У нас есть костюм слона. Костюм мыши нужен. Блин, мы в крысу одевались уж. Какая будет черепашка-ниндзя. С лицом Медузы Горгоны. Конечно. Это же, ну, так должно быть. Бля, не смотрите на меня. За этим опасным храмом ты найдешь великого бага, мастера генераторов. Чего, бля? Это еще что за... Господи. Недовольная медуза. Ми-ми-ми-ми-ми. Ага. Прыгни. Я не знаю, что это ворует. Это две стороны работает. Я пойду. Господи, прыжок все еще такой же отвратительный, как раньше. Да? Ну так, постой. Я не знаю, что это? Воруй. Это Кириллюс?
ночи. 9 часов. Кстати, о 9 часах. Сколько сейчас время? Ну-ка. Я батарейку новую поставил. Блин, ты что ж такое-то, ну? Спасибо! Угу. А еще можно? Так, не спешим. Иначе трубчиком станем. Лолс. Так, что происходит? Ух ты, ёпта. Снайпер элит пробежать. Ага. Ага. Ну что, с людьми. Ачивки делают. Тебе, Генри. Еще с людьми делают ачивки. 2 дня не может одну миссию пройти. А это ведь только вторая миссия. А их там поди 16, да? Run! Уф! Ух, ядрись, вот это я пробежал. Так, подожди, а зачем мне здесь? Не понял. Зачем здесь 2 персонажа нужно было? Э! Слон! Ты куда? Слон! Какой-то у вас забракованный слон. Да сука, он взбесился! Он взбесился, я в нем застрял! Сика! А что это сейчас FPS проседал? Твою мать. Слон. Не надо. Слон, стой. Слон. Слон. Хуба! А. Тихо. Хорошо. Я уже себе сегодня ачивку запоганил одну, так что. Так что теперь придется страдать. Придется лишних боссов бить. Хочу на ручке Кириллиусу. Смотрел все фильмы про Годзиллу. О, господи. Вот это да. Текстуры прям вау. Даже ни разу в текстуру не улетели. Вау. Мы хотим Венома. Венома.
Веном в шапке Санта-Клаус. Нормальная тема. О, у него там мечи и Кратосы на спине. Трупы. Чьи трупы? Есть. Ты кто в игре стучит-то, блядь? Ты музыка такая? Если выберешься из моего дворца генераторов, значит, настала пора великого испытания. No shit. Спасибо. Это вот они, что ли? Двигайся. О, бой. Интересно, у вас генераторы. Но нет. Ух ты, ёпта. Интересно. Тихо, жди. Сомнительные генераторы. Я не знаю, что это дает. Ага. И? А что, ну будет стрелять-то, нет? Как тебя заставить выстрелить? Прыгни! Выстрели! Алло! Или ты стреляешь только здесь? Чё-чё-чё. Как ее заставить выстрелить-то, алло? Ну, стреляй. А чё она не стреляет-то? А стрелять ты будешь, алло? Ну? Стреляй, идить! Как ее заставить выстрелить? Я что-то вот сюда вошел, прыгнул. Что за ересь? Блять, тут кнопка, что ли? Лол. Ее и не видно. Капец, вот видно кнопку? Ну, на потолке. Жуть какая. Что мы делаем? Что мы делаем? Что мы делаем? Что мы делаем? А-а-а! Ой! О боже. Тру-трус. Тру-трус. Так, сюда на двоих не пойду.
Вот сюда на одного. Ох, ядрить прыжок будет. Ой, ебать! Да это ненормально. Хорошо, ладно. Давай. Так и чего? Схватить. Воу. Ядрить. А разница какая? Типа сбить меня с толку, что ли? Здорово! Планета Little Big Planet в опасности. Коллекционер похищает все наши творения и не делится ими с остальными. Отправляйся в ледяную пустыню коллекционера и найди их. Раз. Два. Сейчас будет кубик. Угу. Чего тебе надо? Вау. Вот это эффект. Вот это да. Вот это да, вот это чудо какое-то, как это произошло? Вау! Просто я в панике. Храмы. Еще один эпизод прошли. Ты что прыгнул-то? Покажи язык. Ледяная тундра. Чика тоже гонится за Данией, что? Сейчас Blackface это Веном. Да? Да, это выбран облик Веном. Так, надо что-то потеплее одеть. Осуждаю на всякий. Ну, ты сам себя осуждай. То, что я так подумал. Я тебе объясняю. Это, блядь, Веном. Так, ну... Это что, кость? Во! Костюм Санька. Шелковый призрак. Все нормально. Костюм Санька. Само собой, с акулой на голове, блядь. Да, вот, нормально. Санёк! Санёк, беги, у тебя акула на спине! Нет! Только не акула! Во! Советский прикид, нормас. Чего тебе? Михалыч, чё тебе? Великий Влад предсказал, что ты вернешься. Коллекционер похитил моих родных. Помоги отыскать их. Я думал, коллекционер как бы коллекционирует вещи, а не людей. Беги, собачка! Беги! Беги! Санек с акулой на голове управляет скоростной собакой, блять! Санек, что наделал? Собаку разбил, блять! Санёк, как ты мог? Кошмар какой. Слушай, а у меня такое что-то было вроде, нет? Наклейки, украшения. Мы брали какие-то шестеренки, помню. Куда идут они сюда? Ну-ка, дай заценим. Шестеренка, где ты шестеренка? Да серьезно, я ж брал шестеренки какие-то. Я слепой?
А, тут еще есть. А еще есть? А еще есть? А еще есть? А еще есть? Нихуя ничего нет. Блин, ну было же. Я же врал шестеренки, несколько штук. Штуки две, наверное. Это не наклейки были? Блин, ну такое. Ладно. Чикатило не трогать. Чикатило святой. Очень приятно. Тай, очень приятно, Тай. Очень приятно, здравствуйте, Тай. Очень приятно, Тай. Тай, очень приятно, здравствуйте, Тай. Очень приятно. Очень... Хм, треугольничек. Лид Гранд Мэйдж. Сосулёзины! Не надо! Тихо. Да ну чтоб тебя, алё. Пиздец, в смысле? И опять заново это, что ли? Ну, бред какой. Чё? Ты как туда попал-то? Ты зачем туда попал? О, шестерёнка. Да вылезь ты нахуй оттуда! Вылезь, Санёк! Не тупи. Ты, вот ты... Ты, блядь, троллишь меня, игра, или чего, блядь? Ты, блядь, прыгай куда-нибудь-то нормально. Чё это такое было-то вообще? У меня персонаж сам вниз прыгает. Чё за бред? Так не должно быть, я ж... Да я не нажимаю вверх! Я не нажимаю вверх, я хочу прямо прыгнуть, алё. Бредятина какая. Чикатилки дарят? Ну, это наш праздник. Да. Так уж повелось. Так, а теперь вопрос на миллион. А как я отсюда вообще должен вылезти-то? Не понял сейчас. То есть это минус жизнь, что ли, тупо? Это тупо минус жизнь? Там солдатики стоят. У этой солдатиков. Бля, походу придется умирать. А, нет, не придется. Окей. Чикалетку? Не-не-не, подожди. Чикатилку. Просто чикалетки это другое. Это какая-то жрачка, походу. Бля, твою маму в кино водил, алё. Ты перепрыгнул. Какого хера? Да мне вообще сюда не нужно было. Зачем я... Жизни только всрал, алё. Спасибо. Ладно, нормально. Не будь приставуч. Не будь жесток. Отстань. Не видишь, я играю за Санька, которая акула. Шелкопрядная акула. Это новый вид. Мы его на стриме развели. На деньги. Блин, ты будешь допрыгивать? Вот тут. В этой игре, блин, вот это вот проблема. Он никогда ни докуда не допрыгивает. Я, блядь... Ой, наконец-то, ядрить. Только не говори, что это сюда мне вообще не нужно. Бандюга! Стой, блядь. Я догоню тебя. Это еще что? А где у нас был чекпоинт?
Не-не-не, он не будет акулить. Не будем давать ему повода для этой песни. Я в своей стихии! Блин. Кость! Мяф! Господи, что у тебя с лицом? Акула полупитер? Че, ко мне не подхочу? Коррекционер зашел слишком далеко. Схвати и перетащи меня ко входу в бункер. Я открою дверь. Может, ты сам дойдешь? Хватай его за голову. Пошли. Чего тебе? Чего тебе? Да ну брось. Откуда я мог видеть, что там... Чё ты туда... Чё ты туда залез? О, алмаз. То есть, подожди, мне надо было тебя сюда, что ли, перетащить? Или чё? Блин, тут вчетвером надо. Ядрить. В какой бункер тебя перетащить? Слышь, ты гиена. С тебя буду вот это брать, понял? Чтоб ты знал, кто здесь хозяин. Куда тебя перетащить-то? О, нормально. Капряда на ручке. Бункер. Что тут все так меняется? Прям что-то беда какая-то. Какой бункер еще в жопу? Вроде только что были на каких-то танцах в Индии, что ли. Внезапно. Так, самое время... Не-не-не, подожди, не надо убивать себя. Так, самое время сделать пингвина. Фу, нормально. Пингвин. В каске. Пингвин-робот. Нормально тоже. Как это, Потапон называется? Да, Потапон. Пингвин-ассасин. Санек! Тут про тебя, блядь, целый этот был. Целый дифирамб. О, пингвин, потому что пингвин-крыса. Ну так, нормально, пингвин-крыса. Не, пингвин-морячок. Тарём. Удачи, мой друг. На тебе понадобится. Блинский. А можно я как-то выпрыгну отсюда? Спасибо. И это здорово.
Нормально. Короче, у нас был костюм шелкопряда с акулой на голове. Ну. Здорово. Бля. Ёпта. Ага. Ага. Это, блядь, мидбой уже какой-то начался. Да, но это нереально. Блять, с этой физикой. Да, блять, ну с этой физикой это нереально, алло. Блять, эти прыжки гондонские. Да он не прыгает, нихуя, блять. Все пизда. Я терпеть не могу эту игру, она мне не нравится, она меня бесит. И он не прыгает, нихуя этот персонаж, блять. Пиздец. Иди нахуй. Блин. Вот работало бы все нормально, претензий не было бы никаких. Но нихуя ведь не работает ничего. Вот если вот так вот только, знаешь, через машину проходить. Нахуй я так сделал? Я не умру? Ты издеваешься? Вот это что сейчас было вообще? Это фига. Да. Я начинаю медленно, но верно ненавидеть эту игру. Оставайся здесь. Так пойдет. Best timing ever просто. Дурак, что ли, блядь? Ага. Замечательно. Что-то проще, оказывается, да? Поехали. Я ненавижу игра. Вот серьезно. За весь этот платформинг, который гадский, блять, который
невозможный просто, блять, да ты, ну что это? Персонаж не прыгает, персонаж не долетает, персонаж соскальзывает, персонаж, блять, делает все что угодно, не только не то, что нужно игроку. Вы, блять, в Марио играли когда-нибудь? Разработчики, блять, услышьте. Если вы играли в Марио, блять, вы, наверное, знаете, что такое платформер. Но, скорее всего, вы, блядь, не играли в Марио, потому что вы нихуя не умеете платформеры делать. Не играли они. Если бы они играли, они бы знали, как работает платформер. Блять, ты серьезно? Мне вообще что ли сюда не нужно было, блять? А куда мне нужно-то тогда? Привет, Архимон. Куда мне нужно-то? Подожди. А, мне надо было вниз летить. Вот так вот даже, да? Ну ладно. Я лечу еще за 5 рублей. Я тут слышу, Архимон. Корону использовал. На крыше одного здания. В Бладборне. По-русски написано с ними. Угадай, зачем я это делал все. Рассказать тебе страшную историю. Не-не-не. В чем здесь тебя забанить? Тебя забанят без истории. Ты не переживай. Спасибо, коллекционер. Заставил меня построить. Коллекционер заставил меня построить эти ужасные машины. Кажется, смерть особенно опасна, берегись. Так, а куда дальше что? Не понял сейчас. А, там вон проход есть. Да, я ачивку делал наружу. Значит, пришел я к королеве. Пришел я, значит, к королеве. А она такая: ой, блядь, ты недостоин. Я такой: ну пошла ты нахуй. Пойду другой пока квест сделать. Квест Альфреда. Понимаешь, к чему я, да? Я чувствую, ты понимаешь, к чему это все закончилось. Видимо, да, понимаешь. Сука. Начал делать квест Альфреда. Он мне дал значок. Я начинаю читать дальше. Типа, придите к королеве. Я прихожу к королеве, он королеву убил. Сука. С королеве должен был... Королева должна была меня взять в Ковенант и дать мне предмет, с помощью которого я должен купить в магазине оружие. Просто пиздец. Этот мудак ее убил. А это было последнее оружие для ачивки. Благо, там есть в описании, что, мол, можно ее воскресить. Но чтобы ее воскресить, нужно пройти 100-500 боссов. Ненужных. Пиздос просто. Да мне... Это мне без разницы, проходить мне... Да не надо там 100-500 часов, господи Иисусе. Я за 4 часа сегодня дошел... Пол игры прошел сегодня за 4 часа. Ну что ты мне тут наговариваешь-то? Какие еще 100-500 часов?
А. Боссов. Я думал, часов. Извини, ты проклят. Так, ничего. Бля, ребят, у меня голова кружится. Пиздец, платформ. Игра на... Насколько еще ты можешь быть аутисткой, мне просто интересно. Насколько еще? Это пиздец какой-то. Мало того, что у меня голова, блядь, кружится от этой игры, так она еще, блядь, троллит меня тут. О, да. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Блядь. Давай не надо, слышь. А ты вот нахуй идешь, игра. Вот просто идешь нахуй. Куда? Стой! Что мы делаем? Я не понимаю. Я вообще не понимаю. Мне надо стоять вот здесь. По сути, мне не надо никуда идти. И сюда, по идее, должна... Оба, блядь! Минус жизнь. Заебись. Что-то пингвин. Пингвин-неудачник. Короче, я хочу хотя бы сделать оружие. Потому что для меня оружие — это самое сложное. Всегда это вечно туда-сюда бегать, гонять. В остальном мне как-то изи будет. Я не знаю. Ебать, это лицо. Много у коллекционера. Жмакай! Жмакай быстрей! Просто это Sony. У них каждая вторая игра похожа друг на друга. Которая в жанре платформеры для детей. Просто они все похожи. Кукловод, этот. Сорванец. Little Big Planet. Что там у них еще? У них что-то вроде еще было. И все похожи друг на друга. Так. Я сейчас вернусь. Пускай собаки гавкают. Нет, не буду гавкать. Цыц, цыц, собаки. И гавкайте.